сделаю очень сложный тест. Бутылка уже отрублена. Бью вот сюда и попробую отрезать. Посмотрите, как получится. Только нож с очень бритвенным резом справится с этим. Попытка номер два. Попытка номер три. Посмотри, что я сделал. Просто отрубил крышку. Это огонь. Идем дальше. Сейчас будем на коврике тест делать, на бамбуковом. Так, переверну лучше. Если вы ищете по-настоящему рабочий нож, рекомендую, он достанется еще вашим внукам. Идем дальше. Проверяем рез на канате. Без режущих движений сейчас. Справит так. Он уже разваливается, канат, потому что заканчивается. Ну ничего. В общем, рез у нас же, друзья, просто бомба. Покажу, перерублю сначала. Давайте деревяшку, то есть... Несмотря на его режущие качества, вы можете смело давать нагрузку ударную. Сейчас даже перерублю вот так. Заготовить дрова вы даже сможете. Идеальнейший ровный срез. Просто кайф. Смотрим сам нож. Подойди поближе. Нож бобр. Эргономика ножа просто сумасшедшая. Сейчас покажу вам. Очень удобно сидит в руке, то есть по мясу работать, очень удобно шкурить, строгать. Дерево литье из серебра, дерево стабилизированный граб, сталь алмазная, то есть нож очень удобный для шинковки, для готовки. Естественно, нож из натуральной кожи в комплекте. Даем пожизненную гарантию, контакты в описании, заказывайте.